Первые начисления детям из нацфонда поступят на счета 1 февраля. Об этом на брифинге заявил вице-министр финансов Даурен Темирбеков. Программа запускается в январе, но первый месяц будут производить необходимые расчеты. Напомню, что каждому казахстанскому ребенку до совершеннолетия государство намерено перечислять деньги от инвестиционного дохода национального фонда. Их можно будет потратить на оплату образования или жилья. Месяц потребуется для проведения расчетов, для выявления суммы на одного ребенка. То есть, как Жанат Бастанович сказал, это простая арифметика. 50% инвестиционного дохода за 18 лет делится на количество участников, на количество детей до 18 лет. Тем самым выявляется сумма на одного ребенка. И это начисление будет производиться 1 февраля следующего года.